Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Beauty Love Tena. Сегодня я буду готовить кабачковый суп. И основные ингредиенты — это курица, кабачок, морковка и лук. Остальные ингредиенты мы будем добавлять по вкусу. Для начала отвариваем курицу приблизительно 30 минут. Чтобы куриный суп получился вкусный и насыщенный, добавляем соли, морковь и немного лука. Я убираю пенку, чтобы бульон получился чистым и прозрачным, и буду готовить бульон приблизительно 30 минут. Нарезаю морковку и лук мелкими кубиками. Получаем в результате мелко нарезанные овощи. Я убираю шкурку с кабачка, а затем порежу его на мелкие квадратики. Убираем семена. Самая тяжелая работа закончилась. Кабачок очищен, косточки убраны. Теперь я порежу его на маленькие квадратики и буду обжаривать с морковкой и луком. Обжариваем морковку и лук на сливочном масле. От 3 до 5 минут. Пока цвет не получится немножко коричневым и золотистым. Добавляем кабачок. Добавляю кабачкам куриный бульон. Мы будем готовить кабачок под закрытой крышкой около 30 минут. Кабачки готовились около 30 минут, теперь они остыли, и самое время переложить их в блендер и хорошенько взбить. Я добавила перца и соль, тщательно перемешала и начинаю перекладывать все в блендер. Если суп густой, добавляем больше куриного бульона. Ставим опять на блендер и взбиваем. Добавьте зелень, которую вы любите. Я добавляю немножко зеленого лука. Можете добавить укроп или петрушку. Кабачковый суп готов. Приятного всем аппетита. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем пока. Увидимся в следующий раз.